кто хочет участвовать в каком-либо конкурсе грантов, неважно, конкурс ли это грантов президента, конкурс грантов общественной палаты или иностранного фонда, самое первое и важное – это прочитать условия конкурса. И здесь важно добавить, прочитать до конца условия конкурса. Редкие руководители некоммерческой организации дочитывают условия конкурса до конца. И в этом смысле обратите внимание вот на что. На какую тему объявлен конкурс? Соответствует ли вашей организации тематике конкурса? Обратите внимание, какие организационно-правовые формы поддерживаются в рамках данного конкурса. Возможно, вы не подходите под конкурс с самого начала, уже просто по определению, по вашему юридическому статусу. Очень важной информацией является информация, какой объем финансирования и на какие статьи вы можете просить деньги. Возможно, те условия, которые выставляются грантодателем, совсем не совпадают с вашими представлениями о прекрасном. Ну и наконец, посмотрите, когда дедлайн. 80% заявок, которые приходят в фонды, приходят на другой день после дедлайна. На другой день после дедлайна эти заявки не рассматриваются никогда. Поэтому первый, самый главный мой вам совет, человек, который написал не одну заявку и получил достаточно много денег. Ну, наверное, я в своей жизни получила по заявкам там порядка 6 миллионов долларов. Ну, в разное время, да. Самое главное, читайте заявку до конца. Понимайте, что от вас хочет заявитель, что от вас хочет программа. Ну и помните, конечно, что конкурс – это конкурс, и что заявок будет очень много, и что победит и сильнейший, и тот человек, та организация, про которую знают эксперты, которые будут принимать решения. Светитесь, устанавливайте отношения.